Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Академический симфонический оркестр Нижегородской государственной филармонии под управлением своего художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России, профессора Владимира Понькина. Друзья, скажите честно, кто из вас раньше никогда не слышал Ленинградской симфонии целиком, от начала до конца? Говорите красноречиво, дорогие друзья, это называется «Лес рук». Не жалеете? Огромное вам спасибо. Что касается нас, то, не скрою, здесь очень многие на сцене вам завидуют. Потому что испытать такое в первый раз, это дорогого стоит. И вы, конечно, слышали, что симфония – это не только про блокаду, не только про войну. Она и про любимый родной город Шостаковича на Неве. Петербург, Петроград, Ленинград. И про его прошлое, и про будущее. Вот то будущее, как совершенно справедливо говорит маэстро, в котором мы с вами сейчас живем. И именно поэтому правильно будет завершить наш сегодняшний концерт праздничной увертюрой Шостаковича в исполнении прославленного оркестра и под управлением Владимира Понькина. Thank you.